Проверка документов их не волнует и ничего, наверное, не даст. И почему молчит помощник коменданта? Он что, забыл? Пассивно он себя ведет некачественно. А теперь, товарищи офицеры, попрошу предъявить для осмотра ваши вещевые мешки. На каком основании? В чем дело? Проверка личных вещей – это необходимость. Что значит необходимость? Мы не рядовые, не сержанты, вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров? А мы это и не думали, вас обыскивать. Я прошу, чтобы вы сами показали, что у вас в вещевых мешках. Понимаете, как говорится, добровольно. А если мы не желаем? То есть как это, не желаете?